Ребята, всем привет! Сегодня будем бурить, будем разведывательное бурение делать, записывать грунты, которые идут, покажем, где начнется водонос, будем записывать каждую штангу, какой грунт у нас идет, то есть от А до Я будем вам все рассказывать. Будем бурить пикой 70-й разведывательной, потом разбурим, соответственно, как бы вот так, в процессе будем вам все показывать. Все, полетели. Ребята, прошли мы 7,5 метров, записываем все в блокнот. 1,5 метра земля, глина. 3 метра прошли, чистая глина. 4,5 тоже глина. На 6 метров пошел уже мелкий песок. Далее 7,5 метров уже пробурили, и сейчас будем уже до 9 метров разбуривать, смотреть, что у нас будет дальше. Ребят, пробурили 10 метров, получилось у нас поглощение где-то 5 сантиметров. Пошел мелкий песочек с черными взяточками. Это как бы был уже водонос, но слабый, который, то есть если бы осадиться в нем, вода бы, может быть, даже заканчивалась. То есть идем дальше до второго водоносного горизонта. Мелкие пузырьки — это признак того, что здесь есть мелкий водонос. Водичка как пенится. Водонос у нас кончился на 12 метрах. Сейчас пошла
пошел водоупор, красная глина плотная очень, идет как бы чуть ли не сальниками. Сейчас у нас на данный момент 13,5 метров, как бы вот так. Будем дальше показывать, как у нас будет процесс бурения идти. Ребят, идет, какой у нас метр уже? 16,5 метров. Идет идеально чистый песок, плывун. Ну, его где-то, наверное, максимум 2 метра. Идем дальше. Ребят, скрыли мы водонос хороший, пошло поглощение. Идет песок, это старый у нас, идет сейчас мелкий камушек с черными цяточками. Поглощение у нас ушел полный приямок воды, набираем. На 18 метрах 75 сантиметров. Вошло резкое поглощение воды, соответственно, мы вскрыли водонос. Здесь должен располагаться верхняя часть фильтра. Вот видите, сразу вода начала уходить. Показывай, как она уходит. Соответственно, верхняя часть фильтра, а фильтр у нас сколько метров? 3 метра. 3 метра, значит, верхняя часть фильтра должна располагаться на 18,75 метра. Давай, наверное, с бочки качнем. Хорош меня грязного снимать. А ты на роликах должен чистый быть? Конечно, как все, но все в остальных. Промывка скважины.
что, ребята, качает уже где-то минут 40. Напор нормальный. Будем дальше промывать.